Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и председатель инициативного комитета первично-профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов фонда Рабочей Академии. И сегодня мы открываем новую рубрику «Поздравление лицемера». Напоминаю, что главный врач Всеволожской больницы Шипачев поздравил сотрудников больницы с профессиональным праздником вот в эту пандемию коронавируса. Вот это поздравление на экране. Итак, сегодня наш профессиональный праздник, День медицинского работника. Обычно в этот день мы собираемся все вместе. Природа бросила человечеству вызов в виде COVID-19. Я не буду сегодня приводить цифры и факты. Я просто хочу выразить огромную благодарность людям, которые не по приказу или по нуждению, а по велению сердца спасают сегодня человеческие жизни, порой жертвуя своим собственным здоровьем, личным временем и общением с родными и близкими. Вы – безусловные герои нашего времени. Я желаю вам крепкого здоровья и много сил душевных и физических для того, чтобы переварить то, что в дальнейшем он приготовил. Он приготовил, подбросил просто свинью всему коллективу, заключив трудовые договоры, просто ужасающе. То есть, мало того, что какие-то новые трудовые договоры, да, а еще и новые трудовые договоры с ухудшением существенным условий труда. Там переведены с пятидневку на шестидневку люди. Это стажевые забыли и т.д. и т.п. Итак, мы рассмотрим это поздравление применительно к конкретному подразделению и будем применять это к другим подразделениям Всеволожской больницы. Сегодня первое в очереди – это инфекционное отделение в Морозовской больнице. Итак, все слышали о каких-то группах риска, надо платить, не надо платить, вот у вас там есть ПЦР-маски или что-то еще. Здесь конкретно инфекционное отделение, ни о каких группах риска не говорится, здесь конкретный риск, вообще ничего не обсуждается. Итак, в конкретном подразделении, конкретным людям не платят за вредность. У них в этих новых трудовых договорах, в принципе, как и в старых трудовых договорах, на инфекционных отделениях вредность стоит ноль. При этом младший медицинский персонал, уборщики или буфетчицы, то есть это все можно сделать на любую должность, они делают сразу все. То есть в одном лице сразу увидишь и младший медицинский персонал, и уборщица, и буфетчица. При этом нету никаких дополнительных соглашений, никто за расширение функций не доплачивает. А возникает вопрос, а почему? И вот спрашивают администрации, а почему это я делаю функции младшей медицинской сестры, и плюс мне еще дают функцию уборщицы и еще и буфетчица. Им отвечают, вы догадаетесь, вот ответ. Итак, время пошло, время закончилось, правильный ответ. А у вас не хватает часов. Часов не хватает, что не хватает? Чувствуете, да, вот так у вас, и все. И ушли, и все, разговор закончен, у вас не хватает часов. Люди стоят, пожимают плечами, каких часов, чего еще там не хватает. У вас не хватает одежды. Чего еще там может не хватать? И вот что делать в данном случае. Когда начинаешь предметно разговаривать с товарищами из любого подразделения, выясняется следующее. На руках максимум есть трудовой договор, причем вот такой вот, из которого ничего не понятно. В дальнейшем нету дополнительных соглашений к этому трудовому договору, нету функциональных обязанностей, нету ничего на руках. Поэтому в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации, в 3 дня вам по вашему заявлению, заявление есть на экране, вы должны это точно написать, потому что разговор должен быть предметный. Должны быть ваш трудовой договор, все дополнительные соглашения за последние 5 лет, которые были к этому трудовому договору. Давайте сюда же к этому списку добавим должностные обязанности, потому что администрация Всеволожской больницы такое подразумевает под должностными обязанностями, что надо сравнить с нормативными документами, с приказами Минздрава, там неизвестно, чего они там напридумывали. И тогда будет предметный разговор. Ну и речь, естественно, идет о коллективном договоре. То есть, понимаете, что если Ардышева, бывший председатель первичной профсоюзной организации этого карманного желтого профсоюза, говорит, что это базовый документ, так давайте вцепимся в этот базовый документ. А для этого вы должны вступить в профсоюз действия, потому что на данный момент это единственная организация, которая может защитить вас во Всеволожской больнице. Адрес очень простой. VGP67@mail.ru.
и вы уже члены профсоюза, и уже сейчас боретесь за свои права. Потому что, как показывает практика, что в коллективном договоре надо писать не только улучшения, но и хотя бы застопорить те законы и положения Трудового кодекса Российской Федерации и различных нормативных документах, о которых якобы администрация не догадывается. Но, как показывает практика, она, конечно, догадывается, но все интерпретирует. Знаете, вот мы в соответствии со статьей такой-то, вот частью ее там какой-то частью, ну и в итоге все идет в интересах именно администрации, но не в интересах работника. Ну и пожелания те же самые. На почту председателя профсоюза действия отправляйте свои пожелания, как должен выглядеть эффективный контракт. Применительно к вашему подразделению, что вы считаете нужным запихнуть в этот коллективный договор. Вот так все просто. Ну и будьте здоровы, а пока.